скачал новое метро, короче, поиграл, такое что-то говно. Да конечно, говно. Там вообще что, не интересно. Far Cry новый что-то зашел нормально так. Да Far Cry тоже говно, нахуй. Ну, блядь, что там, сюжет охуенный, что ли? Не, ну получше, чем прошлый. Какой там пятый был прошлый. Так, что там танчил? Кто там танчил протопалом? Шо? У тебя есть деньги починку? Да, есть. Не давай ему деньги. Ловушка без рейтинга. Спасибо. Ну вот это, наверное, экстримка пойдет. У нас укажет что-то. Экстримка, где там? Подходи, нам протопал нужен. Что там будет, вот этот Рома Задеткин там что-то писал, не? Хуй знает. Кинул у нас. Ничего не пишет. Напишите на его стрич, на твич на егошний, блядь, задонатьте там, напишите, пидор, заходи танчить, блядь. Или хилить. Сидит, блядь, играет какую-то хуйню. Дайте шкаф там. Тут пацаны. Что там по паладину бафы разобрались? Так, ну давай я кресты. Ну хорошо. О, это там Машулечка, каски, а кто углы кулаки всем. Экстримка, ну придется танчить, сорян. Пишите там как-то на какой спик кроет, куда ИП будет получать. О, а дайте это самое столик. Сейчас. Если там кто-то хочет АДК пойти, можете АДК пойти. Да, АДК для слабых классов. У меня уже достаточно таких предметов. Потому что ты им 9к даешь? Я что-то 19 им даю. Когда трэш неправильно работает. Нет, сейчас. Году в 16-м что ли. Дайте шкаф. Ты бы лучше портал поставил, чем кикнул. Такие партии выиграл сейчас в шахматы, вообще жесть. Просто разнес соперник. Мне рейтинг там растет хоть теперь. Тут там что-то был 500. Был косарь стартовый, до 500, до 400. Там, Альпич, если хочешь престом пойти, тут АДК уже появился. Там баш на ШП зайдет, там если хочешь, кем-то можешь пойти. Это, Маган, а может кто пояснить там за счет Паралимпиады, там, я посмотрел на беседе. Чё такое Паралимпиада? Ну, вот это вот. Да пидор. Сейчас я бы за дамаг, ВП за дамаг водит Паралимпиаду. Пять, а я хер. Сука, блядь. Чё мне делать тогда? Я хочу принять участие в Паралимпиаде. Ты? А кто ты, блядь? Какой у тебя класс? Я? Ну если что, рекорд ФДК составляет 16 тысяч, да, там или сколько? Это ну, все, нет новый рекорд ну, в этом районе. Попробую. Я продаю там 1014, да? Буду стараться. Ну, попробуешь, да? А ты хоть в гильдии, чтобы тебя записывали в Олимпиаду так? Вообще да. К сожалению, блин. Обращай внимание на Войду, он немного тормоз. Я не тормоз. Короче, вкратце, Олимпиада, которая сейчас, будет хуйня считаться ОДПС на сурке без триксов, без истерии. А чё до этого? То есть без какого-либо допинга. Допинг. А до этого была Паралимпиада, то есть... Как и дайте баф пристам ЭДК. Дайте баф пристам ЭДК там. Вы спросили, ну, перебили. Давай. Кто так, блядь, делает? Я понял, так у меня я вопрос. Готов. Вы чё, прошлые результаты удалите, типа, или чё?
Нет, то было Паралимпиада, а сейчас нахуй, Олимпиада, сука. Понял? Позорники, блядь, с триксами, блядь, 20 тысяч дают, нахуй. Чек на пол. Ну давай, я готов. Крест раздай. Я раздал. А ты кто? Ну, чё-то не вижу. У меня тоже крест. Чёрный ремонт, где ты там? А, ну тебя суммануть, наверное. А у кого еще нет? Вот я тут сначала стою, у меня тоже нет. А ты кто был? Ну какой класс, блядь, алло. Уже есть, я приз был. Ну все, блядь, получи. Настя, ты тут? Лимон, где ты там? Все, давай, давай, у меня уже руки чешутся. Глаза красные, блядь. Черный лимон, Настя, а вот тут? Да без нее захилим, давай я захилю сейчас. Танков захилю, а рейд похуй. Изи тактика. Только меня захота и супердру, пожалуйста. Я в луже сдохнет, блядь. Так, сейчас дать ей минутку подождем, потом будем начинать. Ты захилил. Престол, смотри, сколько. Фокус ДЦ, нет? Да, да. Если он ДЦ, то захилим с демонка. Ну ладно. Давайте так, пойдем, все готовы, короче, можно пулять. Зря, блядь. Но я тебе потом есть ШГП дам, за вайпли и до соточку. В лужах не стойте, дайте рост. Дайте бэр по фокусу, супердруг. Я просто сообщение писал, и поэтому я умер. Играйте по шипам сзади, там переключитесь. Хант на шипе, алё. Рачина. Согласен, Рачина еще тут. Я писал, кстати, тебе, Карина, блядь. Ничего не знаю, ты стоп в лужу. Смерть упавших. Хотите шип, помогите стрить. На вихре танки разбегайте в стороны, рейд в центре, мирики по шипам, РД босс объем. Смотрим, отбегаем, если на вас ребро будет бежать, все, отошли от ребра. Карина, почему ты мне фласки не купила? Альпи, жим на ХП. Потому что рано надо было раньше. Играйте по шипам мирики. А вот Лена дала. Джулиан, гимн на ХП. В лужах не стоим, нормально все будет. Давай, Хирика, тоже гимн на ХП твой. Шип на РД зоне, там сбейте его. Выходите, слушай, не стойте. Ладно, так, добивайте. Давайте под жопу остановитесь и играйте по шипам. После танков там отойдите с под морды, кто там возле морды бьет. Намеру реснее Менска. Блять, че вы под мордой стоите? Алло. Тайкс, добивайте ребро. Резать павших. Я сгрил, захилим. Так, что же, уже можно? Что-то кому-то надо, брентроль за 10. Блин, брентроль за 10, остальное бесплатно. Ну давай. Я готов весь шмот, ссылка, выбрать за КП. ХПС нормально. Нужно было больше. Но я-то не скиллованный паладин. Просто у тебя валанира нет. Да и валанира-то до пизды вообще. Да не, валанир заебись что-то. Ты хуйня, валанир. Да не, нормально. Ты еще скажи, ну, замок там тебе сделать. Что вот там для кого? Кого там танк аспейки разблокировали. Или там кошмот? Ну, у меня есть. Хорошо, да, спекнемся в танка потанчишь. И можно просто танка шмот одеть и в танке в танка шмоте потанчить.
Ну, давай. Невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Беги, малышка, тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Надо Давайте пока стоим, там баф раздать, там крест обновите, пристабав, каску, кулак там. По тактике два БДК слева, протопал справа, первый на пол на Йорлина, второй на пол на форте. Трэш сливаем, пристые эфиры даем, маги нову даем. Друиды вихрюем. Огонь на ритм дать, счет. Крест дайте, пожалуйста. Воздух. Дует, да? А земля там что, сыпется? Баф от тьмы снимайте. Ну, не знаю, дайте я баф, не снимал. Дайте пожалуйста, по присту. По-любому. Дайте лапку. Ну, потому что когда дух взрывается, он сильнее пробивает туда. Приста баф дайте. И крест по пристам, слава. Ну, присты, вас тут, блядь, сколько у вас там, 5, по-моему, штук? Вы что, приставав не можете дать? Я дал чек приставав. Давайте, чек на пул. Давайте, все готовы, начинаем. Вышел трэш, играем все в трэш. Смотрим, сейчас будет контроля. Контролем игроков. Контрольте. Паладин и капли слейте. Давайте последний трэш и будем переводить. Играйте все по трэшу. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Ну, по трэшу играйте. Смотрим, сейчас контроля будет 2 секунды. Контрольте. ДК, иди лови. Переводим леди к особокову. Потом сольем. Так, давайте пока по трэшу все играем. ДК пусть игру набирает. Набирайте ренжу между собой сразу, не стойте в одной пути, чтобы духов не хлопать. Духи возле леди пошли, сейчас в мелизону будут идти. В мелизону пошел. Контрольте. Как выкатилось? Ну, плохо. Сейчас законтрольте вара еще раз. И первого законтрольте. Так, духи возле леди, аккуратно по трэшу. Играем, идем. На каком-то агро зашкаливает, играйте по духам. Духи с правой стороны возле леди, с левой. Контрольте игроков.
Духи возведи 2 штуки. Больше не трогаем, добиваем просто леди. Тут еще много выше, давайте всех леди. Давайте трэш играем сейчас, последний трэш. Там очень много хп на леди. Ты не в силах противиться моей воле. Добивайте леди. Милики, аккуратно не взорвите духов, а то сейчас умрем. Ты павших. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Кто там осколки? Мишулечка первая? Да. Что-то кому-то надо за 10 отдам. Тапки за 10, остальное бесплатно. Да. А че упало? Ой, а можно я на мейн сберу тапки? Ну, давайте там за 10, кому надо там. Мне. Пишу ловы. Нет, зов нет. Там Джулиан и Тоби, рольте плечи, ну, бесплатно, только вдвоем там. Чистите трэш, сейчас я подойду. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Вы в группу заходили, Дарк, в ВК? Ну что там интересно? Ну, там Форти выложил коллажи на топ ДПСеров. Победили Паралимпиаду. И у Фокуса, наверное, самый лучший. Ну что, Фокус победитель, что ли? Ну да, он котом был первым. А, один из блядь, один из одного, из четырех, да? Лол, ебать. Нет, там же еще флямба была. Не, там, блядь, 3 кота было вообще-то. Кто там был? Флямба и еще какой-то кот. И этот, наверное, копар. Так флямба, ну. Так вы не суть, там, вот у него фотка прикольная. Форти постарался. Да, я там тоже поржал нормально. А Нарубу понравилось. Анар, блин, меня с днем рождения поздравлял, не спел там охуеть вообще. Я скидывал куда-то. В РК? Вконтакт. Не скидывал какую-то беседу. Че, я ФКшнул на кораблях, можно немножечко? Ну ладно, когда мне ФКшки все берите, ранцы ДК летают, пушки там сыти, грейте. Паладин у нас там сейчас ДК летает. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Че, будем шахматный турнир устраивать? Вы видите, что это? Да, а потом по шашкам сразу. Нет, шашки они, ну, бичевская игра, там две фигуры всего лишь. Ну, мало этих позиций. Так говорят те, кто в шашки не умеет играть. Ну, блядь, я умею, только мне не нравится. Сейчас вы ответите
Там, ну, вариантов мало. Есть, конечно, приколы такие, знаешь, если ты какие-то фишки знаешь, там интересные, то да, интересно. Подловить там. А вот шахматы, вот это вообще пиздец. Там бывает такое, что потеряв ферзя, там еще пару фигур можно мат поставить. У меня было один раз. Мне срубили, короче, коня, ладью, слона в начале игры. Ну, как тупой ферзь там залез. Потом он срубил, я его конем съел. И, короче, у него развития не было, я как-то развился там, ну, мат поставил. Или не поставил. Пейте, мага, летите, чё вы так? Чё вы там сдохли от вихря? Там чё-то экстринг не ловил. А зачем ловить? Правильно, пускай эти гусей бьет. Трэш. Они не летают все равно, блядь. Оно бы было еще до того, как лететь на льду. Смотри, не срывайте агро там, не врывайте сразу. Смотрим, сейчас мага будет выходить, сейчас будем лететь. О, Женя зашатал вовремя почти. Как у нас в сурке быть топ ДПС? Ой, ХПС. Захопало. На сурке? Реально первая метка. Ну, Рома, ты в РК? Я могу Роме уступить, если надо. Но после сурка. Кто мне может уступить? Ром, эти шоу, если ты врхай, тебе могут слот, короче, уступить. После тапок. Ой, лол. Тоже могу слот уступить там. После рейда. Могу уступить, но на личе надо зайти. На личе, говоришь, надо, да? Пушки добивайте. Если чай не надо, ничего, можешь заходить. Да, время перепутал. Ну, блядь. Хули. Вот к чему приводит игра в пап. Разряжайтесь. Кстати, как я там смотрел ее стримы, такая тупая игра, что просто. Этот Frontier или Fortnite как-то, блядь, тоже такая, ну... Сурка сейчас будем видеть. Какой РК тупой, блядь. Ой, лол. Где у нас Циполгова? Не знаю. Вылетел, наверное. Слот просто. На мой инспек шейка надо кому-то. Что мне на. У меня колея. Оно на Фаера идет там или на кого-то на мага. Фраера. На Аркана. Ни хрена вам на Аркана не идет. Там у Аркана меткости надо, блядь, три шмотки. Плащ на меткость надо, че-то пустовкость надо кому-то. Он идет на ретриков? Ну, бис вроде бис. Этот плащ. Плащ купал неплохо. На Рост Нэн хоролишь или так просто? Бис я на ретрик. Который дает 18к. Алло, алло. Алло, ты кто? Рома, ты? Да, ну нахуя, блядь, я же договорился с Олегом. Как тут кнопку с контрола поменять? Джейми. А. Давай уступлю. Так как? Берешь, вытаскиваешь кнопку с клавы и вставляешь туда, куда надо, блядь. Да нахуй слот этот, если... Ну, я договорился с ним на 8. Я хотел зайти в чатики поспамить с нуля, короче, постримить его. Вы взяли, блядь, собрали уже до сурка этого, до этого хуеплёта дошли. Да, блядь. Ваня, убери КП с меня, я машулечки плачу, да. Давай, похуй, включай стрим. Нет, там не машулечки, там этому... Да это Олег пидорас. Наурусу. Обмен дайте, кому, короче, плачу дать, только КП уберите. У тебя чё, правда, объяву менять? Какую? Я только что Вов докачал. Но я не только что его докачал, я просто только аддоны скачал. Короче, РК только-только скачал. Какую
хуй знает. В чем тут права, если я с ним договорился, блядь? Как на Ctrl поменять кнопку, сука? Там, где нажмешь кнопку и нажми потом Ctrl. Точно, Вань, блядь. Так, у нас, походу, тут сода освободился, тут что-то то углы нету. Ну давай, я пойду. Или Джейми пойдет. Да, Рома, заходи кем-то. Сурка, хочешь пойти? Вот ты это, Джейми пускай Ирелом вместо тебя, а Вуди вместо слота этого пойдет. А то сейчас дадим. Не, я после орка уступлю Вуди. Да кто вы че? Форти. Че, Рома, заходи я... кем-то, я тебе Ирела дам. Мутант. Нет, я мутант. Куй тант. Ладно, я куку Вася. Да нет, давайте, я, наверное, не пойду, на завтра напишу, короче, и завтра соберу сам или не сам с Олегом, просто хотел, блядь, заебатый рейд в пятницу, чтобы все нахуй да с нуля, без КД. Хуй, лес, блядь, хохлёцкий. Дайте шкаф, Саша. Причем тут Олег? Там, много там онлайн 50 человек. Потому что я с Олегом договорился, говорю, слушай, друг, давай мы с тобой, короче, типа, замутим рейд со стримом, показательно на серваке, везде, в Альянсе, в Орде поспамим. Он написал, да, давай, охуенная идея. И вот, что получилось. Да кому-то... Так, а он... Я Джейми. То есть это мы сейчас виноваты, да, Рома? То, что у нас в РТ стояло 7 часов. Мы пришли, в 7 часов стояли. Понимаешь, что я ему еще Серега написал, поставь РТ на себя. Он мне что ответил? Хорошо. Сейчас зайдешь в игру и видишь, что тут РТ стоит на 7 часов. Я его еще вчера еще поставил вечером, часов 8 или 9. Только когда написал в РТ. Я знаю, как ты договаривался. Да. Короче, ты с Олегом там что-то намутил, вот, с ним разбирайся. Надо было не с Олегом говорить, ему плохо. Вон, смотрите, в беседку скинул диалог, его, блядь, в личку ему писал. Ну что тут непонятного, я тупой или Олег тупой? Дайте фулбаф со звездочки. А, вы еще не убили сурка? Не. О, блин, быстрее бафите звездочку, кулак, каску. А что вы запустили? Оп. Одного тела нет. Да он релогает. Бриллиация, заходи. Пороги, кулак, каску, пристабаф, лапу. Быстро, это одна нога здесь, другая. Вуди, напуливай на танк. Да-да-да. Так, ладно, короче, каску, кулак. ДПС фапаем, короче, только трэш сливаем. Если падаем от трэша, я смотрю, кто его не бил, даю ГП. Я дайте готов принять ГП за всех. Кто дает эти щиты? А там кто говорит каску баф? Экстримка, дай каску вместо прота теперь. Ну всех есть каска. Войд, быстрей кулак. Ладно, войд, давайте, кулак. Пацаны, короче, удачи, зайду завтра. Давайте я сразу РТ, блядь, напишу на себя. Кто может, если что, прийти подстраховать по РЛ, чтоб я РЛ. Ну давай я. Мой сын остался бы цел. Во сколько? Войд, кинь кулак по роге. На 7 вечера, он кинул. Подали кулак. Дайте друидам кулак. Может вообще друидам F5 не бафать, они не сядут по мане. Блять, каску дайте. Каску сбили, каску сбили. Экстримка, дай каску пороги. Порогам дай каску, пожалуйста, точно. Блять, бомжей не вызывайте, сука, форти, бля. Короче, Войт, я написал, напиши себе там обычки, если надо будет. Я в часов 6 зайду раньше, наверное. Все, я пойду пока, короче, дела поделаю свои до завтра. Давай, до завтра. Приходите на рейд, пожалуйста, кто в РК и там в гильдии, попишите 50 человек онлайн, чтобы дохуя нормальных натуралов было в рейде, короче. Ты ж, Рома. Ау. Ты еще тут? А когда ты стал стримерастом? Ты же где натуралом всегда был, хвастался. 28 февраля собрал комп, короче. Не, 28 вчера было, 26. Сука, как поменять настройки на Ctrl? В настройки зайди, блять. Где в этом РК ебучем настройки? Кто ж Петя, алё, сейчас умрет кто-то. А как ты его вообще скачать смог, я вот удивляюсь, блять. Я тоже. Нету тут настроек, ладно, короче, я пошел в пизду. Да, кто углы заменили уже, сорян. Ну там если надо что-то там форте может слот тебе уступить, если форте там еще надо тебе что-то. После сурка. Сейчас он, наверное, кнопочки там перебирает сильно. Играем по трэшу.
Давайте последний этаж играем. Давайте хильте метки, сейчас убьем его. Нет, так просто миллион нахуй. Я охуел просто. Клинок на МСПК надо кому-то? Это я могу уступить, а кто голым, мне нужен только гнилый. Тебе какой босс надо? Ну, давай, я короче уступаю, кому-то надо. А ну давай. Тебе по надо? Да без разницы, я редко захожу. Надо кому-то защитник? ДПС хуйня. Так, ДПС. Какой бы жестокой ни была битва... У меня лапы не было, я только сейчас заметил. Закрите ДПС, пожалуйста. Кому-то надо, бесплатно отдам, присоедините. Блин, у меня ли 12 тысяч? Ты фуловый, по-моему, нет? Почему у тебя 12 тысяч? Ты ему кулак не бахнул, наверное. Блин, конец всех. Войт. Вчера Волю, представляешь, сролил, но не смог ее забрать, потому что вылетел во время... Ну, как раз под конец боя с Сурком. Ну, 317 тысяч это средний рейд. Я предлагал рейды по классам, по ДПСу, РДПСу расклассифицировать. Ой, я не собирал рейды там, чтобы циферками мериться. Я так собрал его просто, чтобы поиграть, наслаждение. Ну и правда. Там, иди с Валькиру, идите все к порталу сюда, иди прям к порталу, чтобы вторую не согреть. Завтра, наверное, если Рома захочет собирать на ДПС, то будет рейд 380. Дайте лапу. Чеба. Сегодня еще суббота, что ли? Пятница. Я не понимаю, что там написано. Суббота, 13.00, ЦЛК, РС, 25 Ханга. Это и тот рейд будет, или тот, или тот? А смысл стримить в Twitch? Я тут прочитал классный гайд по Кроге на Вармейне. Понял, что я вообще неправильно за него играю. Так. Переделал ветку, сделал макросы кое-какие, может сейчас побольше буду делать. Чё переделал? На рану? Ну я раньше играл через этот, через потрошение, теперь через рапчу. Там... Неправильно начинал бой, разряжался не на 4, а всегда копил 5 стаков, там на 4 надо. Разряжаться вообще? В смысле на 4 разряжаться? Ну типа профитнее 4 юзать, потому что если у тебя прок и дополнительный, то ты теряешь один на следующий удар. А чем разряжаешь? Потрошением? Нет, нет, этим рапчи, ну, рваный ран или как она там. Так рапчи смысл на 4, дамаг же от нее меньше будет. Рапча, по-моему, должна на 5 кидаться всегда, нет? Ну, прикол в том, что и от этой на 4 у тебя тоже будет меньше дамага от потрошения. Там, тебе смысл в том, чтобы ты не потерял вот это. Этот вот один компо-пойнт, если у тебя прокнет дополнительный символ. Поэтому на 4, если разряжаешься. А как бой начинать правильно? Ну, типа заранее кидать 3 ксы, потом 2 раза СС, мясорубка, череда. Потом адреналин раш, потом этот, который по соседней цели бьет, потом копить комбо-поинты и снова вязать мясорубку. А я еще с Джерином поговорю про это.
Не, я не так начинал, я начинал с двух эсэсов, потом прожимал на пол, потом прожимал этот череду. Дальше опять тратил всю энергию на СС, и потом прожимал сразу мясорубку на 5 стаках. Мясорубка дается после 2 стаков, да. А на пул дается с пула. Череда, когда комбо этих нет, блять, раги. Ну. Чтоб за это время она регенилась. Как бы череда и на пул хороший, на бурс. Как бы если играешь символом на череду, то это одно. У меня под ДРС куровы, веер, хитрость, удар. У меня один спек под ДРС, а второй под СВК. Хуйня, это все сурово. И учитывая, что гайды пишутся под соответствующие сроки, не факт, что да, я знаю. На варбине тут будет работать. Ну, конечно, поэкспериментировать всегда можно. Ну, трогай двадцатку. Агрите собаку левую, давайте правую собаку агрю. Давайте собаку сыграем правую. Я пробовал через ропчу играть, что-то мне вообще как-то не зашло. Ну, дайте себе собаку. Про 4 стака не знал, что за прикол там. Немножко не понял, наверное. Типа, если ты тыкаешь раз, два, по два купоина, да? Если ты типа тыкнешь третий раз и типа еще надо брать в левую руку медленную пушку, когда веер юзаешь. Зачем? Больше бьет? Ну, типа больше бьет. Роти, ленточка. Это нормальная тема. А какую? Зов? Ну, у меня нету зова второго, я беру это с сурка-пука. Там талант какой-то есть. Слейте этого чумного сбоку, он напуливает спаку, вообще дамаг увеличивается. Слейте его. Все, слили, молодцы. Сдвигайте на правую сторону, тогда там актолушку активируйте. Направо сбегали. Там, короче, обилка, боевой потенциал, вот прочитай. Каждая успешная атака левой руки с вероятностью 20% позволит накопить 15 энергии. Из-за этого пушку одевать тяжелую на веер не нужно. По крайней мере в РС, потому что эффективность на пула очень сильно падает, страдает. Да нет, ты чё? Давайте на рейндж идет 4 ШП, один охотник, 5, протопал 6, сова, номер, по-моему, кот. Давайте. Демон и 2 элема. Там фибрилляция и тоби. Не просто для прикола, для. Маги под боссом, мы еще будем выходить. Все, давайте попробуем. Слышишь, Вуди, вот сейчас возьми на гнилого одень тяжелую весь бой, а на тухлом одень быстрый. Да я понимаю, что если в одну цель играть, конечно, ты будешь терять. Блин, Вуди тоже не начинай, пусть он кресты разбафает, не отвлекайте его. Когда уже будет выливаться там, не стойте по 10 человек в одном месте, там перебегайте дальше. Так, давайте чек на пул. Фибрилляция тотема природы поставишь. Так, ну давайте с готовы ДК начинай. Ты просто имел в виду, посмотри, сколько энергии, разница, большая разница. Дайте рост. Кто под боссом, встаньте под босса в этот кружочек.
Есть у кого скрада? Скраду 40 кэша на ринканом был. Хотя после босса ринканул. Так, сейчас на РНЖ будет большой, наверное. Где там хилика не вижу. С разных сторон. Да. Привет всем, а где стример Роман? Привет, да он тупой, он время перепутал. Да не он перепутал. Короче, я понял, он теперь тупой стример Роман, да? Да. Больше в центре забирай. Ты на ком? Гниломорда сейчас убиваем. Ага. Пицца гниломорда. Ой, хоть их встань дальше от рейда. То есть блюдо так кинется, зарыгаешь. Травма на мейнспека, да, кому-то? На успек. Наручи кому-то надо? Бесплатно. Просто не убивать огниломорда, я пошел. Тут просто, Вуди, открой полученная энергия. 675. Это огромная цифра. Где это смотрится? Полученная энергия, рекаунт. Вас так послушать, проще забиться в ап. А через рапчик. О, нашел. Если ты пушку медленно поставишь, то энергии будет вообще жопа. Я знаю, знаю. Так ты ее меняешь только на веер, потом переставляешь опять на быстро. Ну а смысл? Какой смысл это? Олень, чтоб веер пусть больше дамажил, я же себе говорю. Так а зачем, если он будет... Блядь, у тебя энергии на него тупо не будет. Символом хитрости за 10 секунд на пула я даю 6 вееров. Ну, я думаю, что будет. Но надо потестить. 5-6 вееров. А ты дашь 2 или 3. Так, давайте чек на пул. Споры, квадрат, трусы, избегаемся. Два раза, третий избегаться не надо. Азарт, три кнопки. Так, ну давайте, все готовы, можно начинать. Фулл энергия 100, резается за 8 секунд. Она похит, а этот веер 60, да, стоит? 50. Что хуя? Споры там, бегите. Споры, блядь. Квадрат, трусы, алё. Кто там стоит один? Тоби, алло, ты в РК? ДГП. Че ты спорами не раснёсся в квадрат трусы? Мне шо, не было слышно? Конечно. Забил хуй. Так вниз посмотри, там трусы будут. Да ладно, нормальная шутка. Вот. Так, протопал, лови, хильте, протопал, а чё БДК умирает? Намер, резай БДК. Захильте его сразу, дайте ему каску лапу, пристабав, потом на 8 или на 9 стаках соберёшь. Сколько экстримка тащит, экстримку хильте. Да первые споры там... Танк и рейд хилится. После первой споры там только танки хилятся, там рейд почти не умирает.
Ваня, тебе советую взять блокнотик и уже к завтрашнему стриму готовиться. А то с такими шутками вообще не вариант. Опять трусы не вынесли спору. Не, была там... Почему? Я был там в воде. Да, была там спора. Давай, сейчас мы выдохли сакру, прожмешь. Прямые прайм. Да. Давай, сакру. Да сука, заебался блевать уже. Такая же хуйня. Дайте кто-то гимн на маму. Скилки БДК. Да БДК я, теперь да. Танчит. Да сука, опять блюю, смотри. Карина. Чё? Чё ты молчишь? Ну, можно рассказать историю такой весело. Боты. Молодец, что оставил столько. Надо кому-то ноги бесплатно. Спасибо. Тапки бесплатно. Ой. Они же на мотика идут, да? Ты хер его знает. Нет, нет, нет. А, да. Не идут? А че, на него грудак берут? Да, грудак это ты к фире. Йок, ты тут? Да, я тут, шо? Хотел спросить, а это осколки кто-то в рейде забирает? А, все, я вижу, там Маша забирает бесполезный ретрик. Все, давай, я пошел. Давай же. Лол. А зверь он полезный этот, кто он? Так он даже не по фрискам забирает, он так чисто патчи дает. У кого шлем есть, тех и берет. Слышь, слышь, а он оденет фул без перса и будет или данки ходить и убивать, блять, похуй на рейд. Лол, ебать. Полезный пиздец. По 3 рейда в день, да? Ага. Это дамажит, но нормально. Да. Да, дамажит нормально, когда в рейде. Потом зато в битве. Ты скинул там мне? Да вон я в этом чате скинул. Че, в ВК надо скинуть? Ну да, наверное. Что в ВК надо? Слушайте, скинет, у меня в Украине ВК плохо грузится. Ну, смотри, не то есть 28,5к на дамаже. Нормально, да? Ну да, ты старался, наверное. Да. Бил босса с пола просто. Мечом своим. Думал, ману отрегенит. В итоге гимн. Не отрегенилось, не было. Давай ты ВК бафы, что там... Так, вроде все есть. По три кнопки дайте, пристабав точно. И лапку. Сейчас мы отопьем. Они, они ждут, сука, специально, пока я бафну, пидоры. Я хуй бафну, бафай специально. Фокус бафни, пожалуйста, закончилась реальная игра. Вот, теперь бафну, ладно. Так, давайте чек на пол. Быстрее, не отдавайте, будем стопать. По поводу големов, там у Элема считается рекаунт, и даже вон дамаг увеличен. Ну, вернее, дамаг идентичен, что по скаду, что по рекаунту моему. Но ДПС у фибрилляции на 300 выше. Вот и весь скад. Так, ну, поставили. Джис, очитесь, а паладин, иди куклу пей, там такая, подходи к боссу. Все, можете начинать. В лужах не стоим, там пельмени не ловим. А у меня два ретрика с шеймами. Ну видите под зеленую колбу? Да. Види под зеленую колбу ДК, там зеленый будет выливаться. Там прям беги, беги, беги к зеленой
колбу, там где будет выливаться зеленый слизняк. Все, короче, стопаем. Не бьем профа. Веди, да, блять, веди его, можешь прямо спиной к нему повернуться, он тебя не убьет. Да не туда, блять. Вот где звездочка стоит. Да ебать. Там просто не было, что на этой. А я понял. Хоть Димон, или это писа был. Вспоминали его на лыжами. Так, теперь, короче, к столу веди, перевод, переход, как будем, зеленые к столу идите, красные бейте уже, красных отдавайте. Зеленые будем сбегаться, только как эта цель выберет. Смотрим, сбежались от зеленого. Короче, ДК у нас, как обычно, танчится, только когда зеленый выливается, надо под зеленые колбы держать, чтобы милики его сразу убили. Красные, беги там. Красный, красный, беги, беги, неудачно откинуло тебя. Смотрим, сейчас будет выбор зеленого, выбор красного. Готовьтесь, Боб, по красному, Боб по красному. Супердру, Боб. Стой, Супердру, можешь не бежать. Сейчас будет, короче, колбы возле стола их оставляешь, где-то вот тут вот. Пельмени центр. Красный будет вливаться, милики профа, под колбу пока не веди, сейчас будет еще красный, потом колбы, только потом будет зеленый. Так, ну давайте, милики профа, РД слизни. Пельмени там пошли. Как маг умер? Взрыв химической бомбы. А, ну понятно. 20 кдпс на сутки, Москва 0. Так, перемени центр, смотри, ДК сейчас. И веди под зеленого, не туда повел. Да веди к звездочке, там на, как на переходке на первом слизне, к звездочке веди, вот где звездочка. Кто спадает? Вот веди, веди сюда, к зеленому, там где выливается. Вот веди, веди, вот где ромбик стоит, к ромбику веди, давайте все в зеленого играем. Вообще, нахуя в бомбе стоять? Типа захилит или что? Так, смотрим, сейчас будем сбегаться. Добивайтесь, сбегайтесь. Так, вы пока бейте, надо будет сейчас топнуть ДПС, красного подожжем. Ну, намер резать три кнопки. Там чему передаем, не забываем. Все, стопайте, проф, милики там тоже не бейте. Там 3% милики тоже не бейте. Смотрим, играем в красного, милики выберет цель, можете тоже потом побить его. Дашки, беги. Колбы только возле стола не оставь, там сейчас колбы будут. Все, переводим профа. Да все, 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 не надо отводить его. Сейчас колбы к столу. Все, давайте к столу ушли. Зеленые к столу, красные бейте красных. Зеленых после выбора цели будем сбегаться. Давай, дайте рост. Красные так-то уголы, к зеленому сбежались. Не спать. Да сейчас нас пойдет. Куда ты, блядь, ты еще в два рану бежишь. Так, красная точнее, красная точнее. Чем ты бабл нажал? Он же перевыбор сразу идет. Добивайте зеленого. Смотрим, пельмени сейчас будет. Может, кстати, там к выходу его вести. А на третьем стаке заберешь. Экстрим похилим, можете к выходу его вести потихоньку.
Рис, эти три кнопки. Оба на мейнспек надо кому-то. Ноуспек. 10. Ваня, сори, настолько ты тут? Там кто там на носке сидит? Фокус, а ты тут? Да, да, я тут. Ты чувствуешь себя как проигрок или как нет? Как нет, скорее всего. Да. Ты, у тебя получится играть в два окна как про и там, и там? Ну, вообще Дима, получится, это новый... но если я в первом окне не буду ДЦ играть. Это новый уровень задротства, короче, Дима, ты придумал. Ну смотри, просто... я играл в два окна, когда я танчил психу ЦЛК и танчил МРС. У меня получалось играть в два окна, я просто спросил, вдруг фокус такой же про, но он не про, как про. А что там танчить-то? А тебе проще, ЛПшки закидал и пошел к Калёну. Две ЛПшки кинул и стоишь, да, тебя хилит. Ну да, да. Ну не скажи, когда ты танчишь Калёна или чай, там ловушки, то там было немножко проблематично мне двигаться. Ты, короче, у тебя новый прима-бах, а если ты, короче, без клавиатуры играл, ты переходишь в два окна в ряде играть, типа, и нормально играть, ну да, да, типа, значит, надо как-то дальше развиваться, стремиться к чему-то, а то все на одном и том же месте как-то не очень. Повышаешь уровень. Дэриан, слышь, чё? Отойди на минутку, можно? Да, отходи. Врывайтесь, танки, печеньку все, играйте. А что ты хочешь собрать, второй рейд какой-то? Да, я хочу собрать, но я же его почти собрал, мне надо 5 слотов. Чё, доспендер тебя Рома убьет, если узнает? Нет, зачем мне доспендер? Я норм соберу себе, быстренько пройду, 3 осколка заберу и пойду спать. Я бы в норму потом сходил. Нет, если ты будешь, ну, типа, не мешать своему рейду и в моем будешь нормально играть, то я не против. Но если не получится, то лучше не надо. Пошлите престы наверх, там, посмотрим по контролям. Эй, на них спуститесь. А посмотрите, пожалуйста, у кого приора больше, у меня или у Джулиана? У тебя. Зайдись. Давай, Джулиан, звездочка, печенька... Кота, Ромбик, кто тут есть? Да, и там кого-то еще третьего законтролить, все можно контролить престы. А все будем советника играть. Поставил на него печеньку. Отойдите сюда, ниже станьте, чтобы правый трэш не сагрить. Танки, подойдите к лестнице, не достаю вас. Жопой сюда. Поебанный коммунтик. Дайте второй трэш, так и сам уже можно на низ не спускаться, там присты, подходите на позиции, можете контролить. Так же самое будем советника первого бить. Дайте печеньку на него поставил. Отойду Ваню на минуту. Сам в рейде Джеремо сидит.
А, ради трэш через печеньку играйте. Только близко не подходите. Алла, блять. У нас запустился босс. Подходите сюда быстрее со ступенек все. Добивайте трэш быстрее. Слышите, бейте трэш, потом боссов ловите. Танк, идите уже к боссу. Или мы вайпнемся сейчас. Так, давай, ДК, иди. На Валанара, Талдрама на БДК на пулем, протопал на Кирисете будет. Агро только заберите. Добейте пока нижний трэш, Кирисета отведите, отойдите от Кирисета, двоих тоже отведите. Сейчас уже разбегаться надо будет, сейчас он просто начнет. Смотрим, сейчас надо будет разбежаться, сейчас будет вихрь, там паладин Сакру дашь, давай Сакру. Да, кинетика, присты, ШП. Ждите, пока вас захилит, если мало ХП. Джулиан, дай гимн на ХП. Да нормально. Далеко кинетика, подбейте там. Бежим вихрь. Жди, пока захилят. Давайте рост. Хил РД на рейнджу, смотрим голема, надо будет разряжать по рейду, прибежаться. Намер ресы Дашкина. Так, а супердру... Ресы там или три кнопки, или дигла. К мейлю сюда или беги. Кому ближе, того ресы. Как через текстуры к вам попасть? Так, Кирис этот точечно бейте. Кинетику не забываем, подбиваем присты. Воет. Чё? Тебя шаман обгоняет. Кого? Тебя. Чё меня? Тебя, говорю, шаман обгоняет. Ты так это или босс халипала? Шман по хилу обгоняет. Так, давайте. Кто там? Валанар. На рейнджу сразу расходимся. Хилика, дай гимн на ману. Надо будет разбежаться, готовьтесь. Бежим. Если мало хп, сиди пока захилят. Надо будет еще один раз разбежаться, так что готовьтесь. Бежим. Ну, добивайте. Это странно, там ренжа вроде была. Так, Талдарам на рейнджу хил РД, надо будет голема по рейду разряжать. Кинетику не забывайте, прикрывайте. Смотрим, кто-то там бегите, сейчас на ком-то голем будет. Кирисет, если будет, то все переключайтесь, милики и РДД. Даже ачивку получили. Ну мы же не пальцем делаем. Так там только протопал, чтоб прожался и все по сути. Если шариков на него не будет, его влетит и ачивки не будет. Надо кому-то грудь на мейн спек. На мейн спек грудь надо кому-то, там друг или прист. На оф спек. Остальное все за 10. Печи бесплатно.
три кнопки, хорошо умирать. А когда умираешь, мне 3% крита уменьшается. Так, ну давайте два приста там правого-левого законтрольте кто-то. Давай, еще один прист там подходите. Контрольте. Ну ладно, молодцы, все одного законтролили и фокуса убило. Ну ладно, ну сварил, короче, нам этих троих, давайте в них играть. Отрезайте фокус. Так, телефон отойду сейчас быстро. Право за контроль. Эй, брат. Дали, блять, кулак, короче, понял, и протобабки. Сука, ну это пиздец. Они убирают, походу. Просто кого-то не может баф-бафнуть, как обычно. Так я крестил. Вот че поугарал, да, сам на рек баф. Ну так ему крестил. Пускал кулак и прото. Тут так, блядь, перед ланой нам. По всем сейчас удобно, да. Все, вам всем пизда. Кто там бафы просил? Бывает бафы именно. У меня нет цели. Крестим, да, типа дро. У меня нет цели. Сейчас я его буду сначала. Нужно выбрать цель. Да ничего. Сначала нужно выбрать цель. Там у меня паладин. Дайте рыбу, пожалуйста. Блин, нет цели, нет цели, заебало. У меня нет цели. Сука. Сначала нужно выбрать цель. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Как она? Ты бафы, блин. Вот загрузка идет.